Добро пожаловать на канал Мосали. Сегодня у нас в работе автомобиль BMW X6. На данном автомобиле обработали днище битумной мастикой завода-производителя Промкластер. Нанесли на предварительно очищенную поверхность слой толщиной приблизительно 2,5 мм. Для того, чтобы добиться эффекта антикора, и также в том числе шумоизоляции. Также она отрабатывает как шумоизоляция, можно сказать, пола с внешней стороны. То есть входящий шум от дороги в салон будет гораздо меньше. Материал достаточно быстро сохнет, поэтому удается положить такой достаточно хороший слой по толщине. И не приходится достаточно долго ждать. Можно после 4-5 часов спокойно уезжать на автомобиль. Всем спасибо за просмотренный ролик. Оставляйте комментарии. Всем пока!